Ярославский завод «Ангстрем» представил свою разработку на международной выставке в сфере охраны труда и промышленной безопасности. Это лаборатория для испытаний средств индивидуальной защиты от поражения электрическим током. Наше предприятие известно в отрасли более 30 лет. Ежедневно мы взаимодействуем с энергетиками ведущих компаний и знаем, насколько важно обеспечение высокого уровня безопасности сотрудников при работе на энергообъектах. Наши инженеры несколько лет изучали эту проблематику и проводили собственные исследования. Первый прототип лаборатории был представлен в прошлом году. В этом году усовершенствованный второй. Создавая свою лабораторию, мы понимали, что это шанс для нашей команды повлиять на индустрию и внести в нее большой вклад. Поэтому в разработке завода «Ангстрем» автоматизированы все важные процессы и внедрен программный контроль за ходом испытаний. Также внедрены другие инновационные решения, которые не только повысят качество и количество испытаний средств индивидуальной защиты, но и минимизируют строительные работы при внедрении установки в компанию заказчика. Планируется, что серийный образец лаборатории для испытания средств индивидуальной защиты завода «Ангстрем» выйдет в 2024 году. Весь цикл от разработки до изготовления деталей и узлов, сборки опытного образца и разработки программного обеспечения осуществлен в рамках одного предприятия завода «Ангстрем» на собственных производственных площадях в городе Ярославле.